Почекайте, люди, я только переопрянуся. Ты все ж таки варятка, Лёлька. Не шипай ее, ешь новый долг. Двойка. Долг дочки. А что? Я б так само поехал. Никто не забыт, и ничто не забыто. Заробишь по шее. Мам, где мой пояс, а? Мам! Это недоречно. Прошло 10 год. И он был звычайным бригадиром на будовле. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь памятает? Когда загинул твой батька, там был лес и палатки, а теперь город. Побудем сегодня разом. Завись обров, выпьем чай. Я спекла пирог, твой любимый. Мама, я все равно полечу. Але не сегодня. У тебя был такой день. Мам, что я тут шукала? Пояс, и он лежит на другой полице. Послухай, твой батька был таким же, как усе. Как лядем? Коли б он не брал все на себе, все было бы иначе. Иду, иду, иду! Сядь. Ну, мам. Я сказала, сядь. Там у него была другая женщина. И он покинул нас. Чому ты мне николи про это не говорил? Шкодовала тебе. Идите с поля. Оля! Скажи, любишь? Не теперь. Громадянин Калиласка, идите с поля. Калиласка, прошу.
большой разницы. Добрый. Почему ты не пытаешься, где я был? Где ты был, Андрей? Я больше так не могу, Катя. Я спешаюсь, у меня вельми тяжкий день. Я больше так не могу. Котлеты в холодильник. Почекай. Чай горячий на плите. Дочакалися. Ранее только по ночах лазили, а теперь все равно бела дня. И девки лазят. Развитальная гастроль, мама Валя. Балаболка. Ганьба интерната. Ой! Обстригуться, не твою чоприну. Помиляйтесь, мама Валя. Мне военкомат у капельмайстера призначил, а им по уставу належит прическа а-ля Битлз. Оп. Мне нема в кабинете. Коли хотите что-нибудь передать, кажите. В вашем распоряжении 3 минуты. Степан Игнатович, день добрый. Я Лёля Русанова. Вы помните? Лёля Русанова. Я приехала в ваш город и только теперь доведалась ваш телефон. Як мне вас убачить? Я ничего тут не ведаю. Я буду чекать вас у 9 каля пошты. Thank you.
Доброй раницы. Доброй раницы. Доброй раницы. Степан Игнатович, у нас все готово. Я вам призначил 9:00, не на хвилину ранее. Почекайте. Мистер Дэвис, please. Thank you. Take it easy. Сядайте одну хвилину. Thank you. Роддом? Ковалевский. Як моя жонка. Ну и что, что был? И не только что, а уже 25 минут назад. Без перемен. Ну, добро. Добро. What's the matter, Steve? Учим справа, Стив. А полночи замежный специалист мистер Дэвис в нетверозом стане вернулся из ресторана до себе в номер. И он кинул запаленную люльку на канапу, в номере почался пожар. Побудить мистера Дэвиса не удалось, довелось ломать замок. Звертаем увагу. Человек, как класть на английскую? No, thanks. О, нет. Мистер Дэвис, you're not a child. Мистер Дэвис, вы не дитя, а я не классная дама. Bad Sue. Алис Сью, я мерковал. Well, I thought... Зразумейте, Стив, это особистый мотив. Come out here. Я приехал сюда 12 год назад. Тут был лес и болоты. Я скончил институт, отримал диплом инженера, але будовал своими руками завод и гэты город. Тут все для меня, коли хочете, особистый мотив. Тут ваш дом, жонка, бэби. Я буду платить. Вы ничего не зразумели, Майкл. Гадить в этом городе все равно, что нанести зневагу мне. Вы сами копали землю? Так. Чему не рассказали об этом, коли жили у нас, у Гринсби? Вы не пытались? Степан Игнатович, заходьте. Степан Игнатович, 9:00. Не на минуту поздней. Растлумачьте мистеру Дэвису, как мы хотим поскорить монтаж установки. Мистер Дэвис, плиз. Our suggestion is... Степан Игнатович, напоминаю, посяджение бюро горкома о 12:30. Степан Игнатович, день добрый. Я Лёля Русанова. Вы помните? Лёля Русанова. Я приехала в ваш город и только теперь доведалась ваш телефон. Як мне вас убачить? Я ничего тут не ведаю. Я буду чекать вас у 9 каля пошты. No, мистер Ковалевский. Мистер Ковалевский, это немагчыма, я не могу менять проект фирмы. Я не есть рационализатор. No. Добро, мы это сделаем сами. А теперь даруйте мне, Майкл. Особистый мотив. Давай, давай, давай. Помалу, помалу, помалу. Товарищ герой, Кузьма Иванович. Трави! Пускай! Опускай. Здорово, Степа. С кем веншовать? Сын, дочка, а? Я еще не ведаю. Чему не доложили, что секция сорвалась? Я чекаю отказу, Соловьев. Решили поправить своими силами. Вот запросили товарища Яронь. Разлик вырубили? Я.
Степа, ничего не здарилось. Секция легла мягко, нават не прогнулась. Добренький, добрейшим за всех хочешь быть? Тактик Соловьев, на месяц перебожу вас вот такие лаженьки. Людей долирать вам еще рано. Круто берешь. Нормально беру. Кузьма Иванович, а я тебе шукал. Качка Сергея? Ну? Кузьма Иванович! Что? Приходи! Лазню вашу курить наважилися! Мне отсюль видать! Бульдозер там печком! Кузьма Иванович! Ты почекай ты! Кузьма Иванович! Пробач, Кузьма Иванович, нарад. Кто нарад давал? Пригодил. А ну, дойди, батька, давай. Что давай, слушай! Веды, что это такое? Это новосел, все равно ничего не зразумеешь. Я эту лазню сам ставил. Тут вокруг лес стоял, ясно? У ее подающая будовля и мылась, ясно? Ничего не ясно. Товарищ головный инженер. Что головный инженер? Степа, ты эту лазню сам выдавал. Кажи, Бурыч, теперь вообще это ванны есть. Добро, покинь. Слухай. Что? Дочка Сергея Русанова приехала. Сустел? Нет. По запису познал. Поможите, коли ласка. Я? Так. Чего? За шпили замок заела. Ах, вот, да? Только гляди, без всяких. Ну, ясно. Угу. Дякую. Эй! Эй! Сосиски, оладки, тхум дульма, кава, чай. Усе ровно. Тады сосиски, масло, чай. А мне 150 и худшей. Мимо, Вика. Только после 11. Закон. А по дружбе? Все ровно мимо. Джура, друг, у человека суд, у человека развод, житье поломалось, мягко кажучи. Ты рабьешься. Джура. Чего женимся? Тебя не испытал. Спытал. Я сказал, женися. Как ты не оженился, я бы женился. Ось разведусь и женись. Дурань. Отпочни. Отпочни. Отдай. Привитание пьем! Добрый день, Бом. Я только что приехал с полночного полюса. Коли суд? Здорово. Здорово. У 18:30. Ну что ж, пойдем служить на пару холостяка. Хоть на полночный полюс. У армии инак заспеваете. Я служив, я ведаю. Усим хлопцам письма, а тебе одна туга. Ты вось хоть и я попроси. Может, я написать будет?
Послухайте, вы будете мне писать в армию? Нет. Эх, как родная меня мать провожала. А может, все-таки будете? Нет. Прым-пам-пам. Рига, любите сразу. Я вас вельми прошу. Коли моя размова не худкая, тогда перенесите мой телефон на химкомбинате. Добро. Коли ласка. Пробачьте. Так, коли ласка. Скажите, как мне проехать на химкомбинат? Любым автобусом. А это далеко? Не. Это кинотеатр «Заря», один припынок, молодежная, школа, в улице Сергея Русанова. Как вы сказали? В улице Сергея Русанова. Лесная, еще трошки и химкомбинат. Дякую.
недели. Чао. Ах, это ты? Салют. Кого-нибудь ведаешь из этих людей? Всех. Осин Штанович. Андрей Николаевич, день добрый. Добрый день. До вас, товарищ. Проходите. Добрый день. Я дочка Сергея Русанова. Я дочка Сергея Русанова. Проходите. А что тут будет? Студентское кафе. Вы мастак? Да не. Это так, для души. Скажите. Вы дружили с моим батьком? И он меня турмы уротовал. Молодый был, горячий. А Сергей мне поверил и вось сюда привез. А вы и маму мою ведали? Нет. Чух только. А вось вас бачу. Маленькую, правда. Сергей вашу фотокарточку завсёды с собой носил. Цікаво. Як же вы тут жили? Thank you.
Ось тут мы починали. А после эту палатку Сергею и Кате отдали. Яны тут жили. Кто? Кто тут жил? Вы добрый человек. Лусить не умеете. Дякую вам. Почекайте. Катя моя жонка. Уже 6 лет. Люди, новые профессии, техника, наиновшие технологии, полное и бесперебойное обеспечение сыровины, увеличение могутности вытворчести амаль удвоя. Вот что означает, товарищи, долучение нашего комбината до нафтопереработочего завода. Фантастика. Тверозый разлик. Клавдия Герасимовна, дозвольте курить. Сил нема. Курите. Товарищи члены бюро горкома. Сегодня то, о чем говорил Степан Игнатович, реальность. Москва поведомила, Держплан в принципе ухвалил наш проект об долучении химичного комбината до нафтоперапрацовчего завода. И еще одна новина. Это дотычит вас и вас, товарищи директоры. Есть пропанова товарища Лежаву и товарища Балашова призначить наместниками будущего генерального директора, заховавшие им их директорские оклады, а господаром всей этой махины, генеральным директором, нам пропонуют профессора Алексейчика. Ну, як? Авторитет? Авторитет. Соправдный ученый. Значит, решение принято правильное? Сомневаюсь. Вы серьезно? Зусим. Мотивы? Алексейчик теоретик, выдатный теоретик. Але я наших местных умов не ведаю. Ему минимум год треба освоиваться. А час не терпить. Марталия. Ага. Цалком правильно. А ваша думка, товарищ Балашов? Озадаченный. Ясно. Кого ж пропонуете вы, товарищ Ковалевский? Себе. Ну-ка. И не боишься? Чего, например? Ну, скажем, обвиноватить у карьеризме. Глупство. Карьеризм — это, пробачьте, что все от демагогии. Карьеризм — это коли для себя, а я для справы. Товарищ Ковалевский, добро. Допустим, Алексейчик не ведает наших умов. А где товарищ Балашов? Где товарищ Лежава? Я не что, тыщи? Я директора не призначаю. Я просто задаю себе питание. Змогу я вытянуть эту исправу лепш за другого? И отказываю. Змогу. А коли с вами не сгодятся? Ну что ж, чтоб не сдарилось, я все равно застануся тут. Не иначе нельзя. Вспомнил, вспомнил. Так с усим молодым инженером пришел до директора завода. Кажу, дай, дорогий, мне цех. По первом разраде поставлю. Дали? Дали. По карку. Иди. Гуляй, дорогие, сказали. Выгнали. Ну, Рэш, я тебя по всему городу шукаю.
До меня никого, никаких звонков. Ну, проходь, сядай. Рассказывай. Як живешь, як мати. Замуж я на не вышла? Нет. Однолюбка. А я ж тебе ось такусенькую ведал. Так, летит час. Шпарка живем, озернуться не макали. Видать, не вельми треба было. Познаю русановский характер. У батьку. У маму. Надя на меня крыўдуе? Яна ні на кого не крыўдуе. Степан Игнатович, на шостой не кіруемы. Слухай. Степан Игнатович, дозвольте выхлоп. Подадите докладную. Завтра прочитаете у загаде. Вымову вам и старшему технологу. Ободву минус 50% промияльных. Пойдут на оплату штрафа охове природы. Выхлоп дозволяю. Дякую. Пробачь справа. Ты ела? Ела. Это Катя сирота? И она. А где ж батька? Ее нас сфотографовал. Не полохайся, войны нема. И часто это у вас? Не, любовая. Химия. Степан Игнатович. Только щиро. Как это все сдарилось? Что? У таты и Кати. Навошта гэта табе? Хачу ведаць, якім быў мой тата. Значыцца так. Пасля інстытута Сергея пакінулі ў аспірантуры. Была ўжо і тэма, і акадэмік, кіраўнік. А ён у адзін дзень кінуў усё. Сказаў, прапаную, хлопцы, себе у бригадиры и поехал сюда. И нашел тут гэтую? Это уже жаночий способ мысления. Коли потребуешь щирости, умей слухать. И он знайшел тут себе. И у тебя нема никакого права его судить. Только тому, что он мой батька? Не. Тому, что он мой друг. Зрешты, коли хочешь, я был супроть тады. Но вот посварился с Сергеем. Оказалось, на все житё. Это все? Батька б тебе рассказал больше. Я хочу бачить Катю сироту. Спевать умеешь? Не спробовал. Научишься. Алёня у Сольцу здорово умел. Ну, далее, Рабиса, управишься.
Катерина Сергеевна! О, Лёхин вспомин. Чего пришел? Развитываюсь с памятными местинами. Лёля, авось. Добрый день. День добрый. Я Ольга Русанова. Мне треба поговорить с вами. Усоль, ты побудь за меня. Здорово. Привет, Аня. Нейлончик? Ага. Франция. 18 раз отдал. Сдыми. Чому? Установку взорвешь. Синтетика, трени може. Заискрыть, а тут химия. Тямить треба. Волечка. Ой, як же подобно. В очи у тебе, батькови. Меня зовут Лёля. Батька тебе Волечкой звал. Ну вот и все. Дякую. Куда ты, девчонка? Не треба меня так называть. Добрый день. Ты чего тут? Катя чекает. У меня едет пердачка Сергея. Спозднился, значит. Поедешь? Склеилась, рви, и тебе будет легче, ой. Як у тебя все просто. А на во что ускладнять? Ты порвал? У меня семья. А у меня? Тебе видней. Ольга! Ольга, седай. Як прогулялася? Ольга, а притомни? Степан Ігнатович, як загинув тата? Мене тут не було у той день, я тобі казав. Ми посварилися з Сергієм. Я поїхав отсюди. Думав, назавсёди. Для себе, для сябров, для нахабников. Одну у тебя шуру в голове. А у тебя другое, может, ты замуж не хочешь? Хочу. Это ты об этом не думаешь.
Ты с Джерем давно познакомился? Сегодня. Ну. А им тебе подобается? Смешно. Ну. Ты только ничего не думай, он мне как брат. Да я ничего не думаю. Он эффектных любит. Ура! Хлопцы не пришли! Ну что вы, ну, нормальная прическа. Ого! Прошу знакомиться. Ты дочка Сергея Русанова? Просто Лёля. Соловьёв. Техник. Андрей. Техник-землякоп. Джон. Товарищи, увага! Увага! Пресс-конференцию с дочкой героя буду вести я. На вы что? Не хвалюйся, жартуйте. Прошу задавать пытания. Слово землякопам. Я как экскаваторщик цікавлюся. Ти правда, что Рузанов побился в заклад и снял ковшом у Ковалевского шахту? Ясли номер три пытаются. Расскажите что-нибудь героичное. Увага! Тишиня! Прошу. Что ж ты? Ну, говори. А почему? Ты ж дашка. А может, я на и не дашка зусим? Тихо! А коли серьезно? Для нас, Сергей Русанов, это много. Мы бьем с пионерских сборов чули. Расскажи нам, что помнишь? Нічого. Нічого не помню. Покривдилася. Ти сама добру жінчину покривдила. Розтань. Чуєш? Я помню. Тато вошел в холодной куртке с чемоданом, взял меня на руки, а мама закричала, да иди, дитя, застудишь. Успокойся. Я не виновата, что ты ведаешь больше про своего батьку, чем я про своего. Просто тебе пошанцевал. Дома. Не ведаешь? На угол шансует. Ой, веки потекли. Чистый. Малевать не треба. Теперь все малюют. А тебе не треба. Я тебе его помою. А что тут будет? Парк? Могилки. У нас же в городе еще никто не помирал. А у твоего батьки нема могил. Не поддавайся, не поддавайся.
У семьи повинна быть гармония. Так-так. И гараж. День добрый. Добрый день. Ты до меня? Нет. На суд. Товарищ Сирода, ну что ж вы? Вас чекаем. Разведенцы, заходьте. Неузабаве после початку совместного життя высветлилось полная неотповедность наших характеров и поглядов на життё, якая позднее привела до дальнейшего немагчимого совместного проживания. Вось уже месяц, як мы поособно ведем господарку. Какую господарку? Ну, это. Каструли. Во, каструли. И еще этой, як его, пылесос. А любов? И ее разделили. Тебе кто учил эту паперку писать? Адвокат. А ты сам? А что я сам? Я на каждый день для девчат бегаю в интернат. По 3 часа. Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Закон работы! Закон! Во! Я с ей женился! Я не с ними женился! Тихо, тихо, то попрошу в зале. Почекай, Григор Иванович. Чему ж вы мне отвод со склада суда не заявили? Я же на вашем веселье гуляла. Горка кричала. И ты, Наташа, его целовала. Любила. Любила? И я любила. Была одна. И вот нашелся человек, який сказал мне: «Життё у тебе и счастье так само у тебе. Ты потребна всем, и все потребны тебе. Нема вокол ни никчемной дробезности, ни зведения рахунков и жалю. Жалю так само нема. Есть двое ровных, и коли хоть раз, хоть один из их не поверит другому, все. Ну что ж, будем судить любовь. Будем судить первый поцелунок. Боль. Чакань. Встречи, страты. Это будем судить. По каким законе? У меня был день рождения. Так батька ваш мне альбом подарил. И колеровые луки. Кажа, ну, за Академию мастерства не ручаюсь, а то, что в этом городе ты будешь
першим мастаком, это факт. Андрей Миколаевич, чему мой батька полюбил Катю? С вами можем быть ширим? Повинны. И он был одинокий. Душевно. Это ж бывает так, что и тысячи сябров не допомогать. А с твоей матерью мы разошлись давно. Душевно. И она не разумела его. А Катя? Кожный рух. Допомогчи? Я пойду, Катя. Зусим. Ты николи не любила меня. Не-не, я не ревную. Я любил тебя тогда, коли и он был живы и не ревновал. Просто я зрозумел, ты выбрала лепшего. Але больше я не могу. Я хотел, чтобы у меня так само была семья. А сегодня все собралось и... Я николи не был потребный тебе. Даруй мне.
спать. Трибай руку, Михаил. Спать, отпочивать. Так, так. И на боковую. Так. Узяли, оп! Трибай руку. Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем отпочивать. Отпочивать. Роддом? Ура! 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 Пробачьте. Ура! Мужчины, учим справа. Ура! Мы едем в роддом. Не перескаджайте тату. Ура! Ура! Мы едем в роддом. Ура! 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 Перестаньте, хлопчики. Степан Игнатович. Вось вы казали, что навод посварились с моим татом. Поехали отсюда. Тады. Думали, он заусёт. Это что такое? Это что такое? Вы будете отпочивать? Вы будете отпочивать? А, почекайте. Мужчины, мужчины! Мужчины, что вы вырабляете? Кто будет почивать? Стоитесь, стоитесь, стоитесь! Алло. Минс заказывали? Так. Говорите. Это меня. Мама! Где ты? Мама, я, напевно, сегодня не приеду. Чому? Что-нибудь сдарилось? Алло, чому ты молчишь? Ты сустрела кого-нибудь? Так. Кого? Сябров таты. Кого миновито? Лёля, ты меня чуешь? Кого ты сустрела? Алло. Алло. День добрый, Надея. Это я, Степан. Ты чуешь меня? Хиба ты еще там? Мы все тут. Дякую, что дочку прислала. Ну, як я на там? Як усе. Уходит отделение на зимние учения, но в каждом гарнизоне случается весна. И если на досуге нам вспомнятся подруги, за это не взыщи, товарищ старшина. Левой, 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 за это не взыщи, товарищ старшина. Солдат свое отслужит, солдат свое отходит, и долг перед народом он выполнит сполна. А если нас уволят и с музыкой проводят, за это не взыщи, товарищ старшина. Левой, 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 за это не взыщи, товарищ старшина. Солдат у нас повсюду считается примером, и служба рядового почетна и славна. А если постараюсь и стану офицером, за это не взыщи, товарищ старшина. Левой, 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 за это не взыщи, товарищ старшина. Ну, як? Без змен. Здорово. А где Катя? Ты ж казав рви. Ты серьезно? А ты что, жартовал? Вот расстаемся, Ленечка. Кольки хоть разом расстаемся. Нет, ты там будешь без меня. Тут я тебе и кашули помою. Лиз, там же форма. Правильно, солдатская есть. Ты пиши частей. А я ну просто все описывать буду. Як на установце ваше. И
и про хлопцев. Ну, хочешь, каждый день писать буду. Это уже залишне. Лёля! Лёля! Волечка, день добрый, Любая. День добрый, Волечка. День добрый. Валя, Восина якая? Яронька я, батька у друг. Як же вы меня познали? Сердцем, Волечка. Как свой своего не познал, Валя, а? Пробачьте. Степан Игнатович, размова есть. Сядайте, хлопцы, секретов нема. Ты у нас так само. Делегация коллеги адвокатов? Не, нам служить легче будет, коли будем ведать, что Васька Соловьев тут, у парадку. И он же хлопец який. Нельга ж так доброго человека. Степан Игнатович, верните его в техники. Не могу, хлопцы. Все. Ваш просьба. Народ просит. Так. Один дядя Ковалевский выходит с ним в ногу. Вось она без батьки выросла. А все тому, что 10 год назад один молодый и добрый не различил трос. Не замацевал им след. И батька ее на смерть пошел капротовать людей. Той молодой и добрый зараз чай пье. С женкой говорит. Идите, служите спокойно. Соловьев ваш не пропаде. Тогда этого не было, а был часовый, Антон. Переправа шла, как у войну. Дождь, ветер, хвали. И мы что, солдаты? И ночью, в самый затор, на переправе лопнул трос. Еще трошки и страшно было подумать, что б тогда было. Твой батька перший кинулся в воду. Понтоны мацевать. Ну а за ним все остальные. Коли все обошлось, глянули, а Сергея уже нема. Три дня в раце его шукали.
Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Ведаешь, как я тебя люблю? Ведаешь, как я тебя люблю? Ведаешь? Ну, тихо. Божечка, Витюшка, все неправда, все неправда, Витюшка. Ты даруй мне. За суд даруй. Да забудь ты об Дим. Я ж назавсёды с тобой, чуешь? Назавсёды, Витька. От лиха на его. Перепрануться не поспел. Он вернется. Отслужите и вернется домой. А где его дом? И он же детдомовский. Ялка. Ни батьки, ни мать. И он мне правда и брат.
в детдоме завжды заступался. Был я и нет, был я и нет, там, где сейчас гранит, в здешнем краю легкий мой след, память земли хранит. Жалей, ты не жалей, я догорел дотла, чтобы тебе стало теплей от моего тепла. Дякую вам. Далее я сама. Тысячу раз наши сгорят сердца, и тысячу раз помнят о нас улицы без конца.